Морская арктическая экспедиция российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева и Фонда полярных исследований отправляется в путешествие к островам Вайгач, Матвеев, Долгий и Новой Земле. В историко-географическом эксперименте маршрутами первопроходцев-исследователей 18-19 веков пройдут и три экипажа Наринмарского яхт-клуба «Романтик». Глава округа Игорь Кошин проводил участников морского путешествия из Наринмара на Новую Землю. Команда направилась к архипелагу на четырех парусно-моторных яхтах. Сегодня округу исполнилось ровно 85 лет. Экспедиция посвящена в том числе и этой юбилейной дате. Конечно, здорово. Мне хочется им пожелать, чтобы все прошло без ЧП, чтобы достигнутые цели, установка двух крестов, определение места под стоянку были обязательно выполнены, чтобы экипажи себя хорошо чувствовали. И мы с радостью будем встречать обратно. Цель экспедиции – установка памятных крестов и мемориальных досок. В память о 70 паломниках, трагически погибших на северной оконечности острова Долгий, пассажирах и членах экипажа буксира «Комсомолец», затонувшего у острова Матвеев в Баренцевом море. В плане у нас как научные, так и географические исследования, исторические исследования проводят, я скажу немножко об участниках, это 4 представителя города Наринмара, которых многие в Наринмаре знают. Остальные 14 человек – это участники из Москвы, Архангельска, то есть это уже люди с именами, учеными степенями и так далее. Вот. В том числе у нас и участники из МЧС. Моряки планируют вернуться в Наринмар 1 сентября 2014 года. Экспедиция осуществляется на средства гранта Русского географического общества. Александра Бобрикович, Александр Дуркин, телеканал «Север».